117-я. Обнаружение сахара в моче с помощью индикаторной бумаги глюкотест. Ход работы. Полоску бумаги глюкотест погружает в пробирку с мочой. И выдерживает в таком положении 30 секунд. Полоски смоченным концом кладут на пластмассовую пластинку. Не снимая полоски с пластинки, сравнивает окраску полоски со цветной шкалой из набора глюкотест. Содержание глюкозы в моче определяет по наиболее совпадающему со шкалой цвету полоски. Каждой полосе на цветной шкале соответствует определенное содержание глюкозы в моче. Содержание глюкозы в моче составляет 17 на 300 миллиграмм на децилитр.